Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Меня зовут Агаси, и в этот раз я вам хочу предоставить хороший вариант, подходящий под ВНЖ. 3 плюс 1. Квартира большая. Проект был сдан в 2010 году. Территория, как видите, огромная. Огромный бассейн, который я вам покажу, как спущусь вниз. Есть теннисный корт, баскетбольная площадка, детская игровая площадка и такой вид. Сторона здесь, где я стою, восточная сторона. Расстояние до моря максимум 670 метров до воды. Балкон первый, он огромный, как вы видите. Вот. Тут вид на горы, этот вид у вас никогда не закроется. Глазами все видно вот так. Также рядом есть очистные системы, который тоже когда-то планируют перевести в другое место. Рядом есть теннисный корт, мини-футбольная площадка, это платные, нужно записываться сюда. Рядом есть сеть магазинов ШОК, БИМ, А101, МИГРОС. Ну, где-то 200-150 метров расстояние. Балкон я вам показал, теперь покажу квартиру. Ремонт сами собственники сделают. Там покрасить стены, если надо. Бытовая техника так подуставшая, все можно поменять. Siemens, например, бытовая техника. Холодильник. Квадратные метры минимум 122 квадратных метра вместе с балконами полезная площадь. Может быть даже, так скажу, 119, даже 119, да. Так, кондиционер LG, хорошая большая прихожая. Спальня где-то 15, максимум 17 квадратных метров полезная площадь. Я на глаз от стены до стены, потому что... много квартир я снимал специально с лазерным измерителем и на глаз определяю квадратуру квартиры. Здесь первый санузел полноценный, с душевой кабинкой, есть вытяжка. Ну, как видите, ремонт требуется. Конфетку можно сделать из этой квартиры. Это вторая спальня, она где-то 11-10 квадратных метров. Ну, детская комната, скажем. Тоже ремонт требуется. Второй огромный балкон. Эта сторона западная, та сторона северная. Эта сторона юг, видит крепость Алания, глазами видно вот так, с этого балкона. Детишки в футбол играют. Можно себе стол поставить, и вечером там освещение, вид на горы есть, как вы видите, там. Вот А101, вот магазин А101, даже отсюда 100 метров. Ну, не знаю, отсюда есть проход, надо отсюда пройтись. Прямая дорога к морю, подъемов нету больших, ну, короткий там где-то 5-7 метров. Подъемчик маленький. Где-то 10% уклон. И душевая кабинка. Санузел большой, не маленький. Siemens проточный нагреватель. Здесь спальня. Тоже большая спальня. Где-то 15 квадратных метров полезная площадь. В общем, балконы, два балкона большие, как вы видели. Гостиная хорошая, просторная. Здесь где-то 28-32 квадратных метра. Там 13,5, здесь тоже 13,5. Где-то, да, 26-28 квадратных метров, как минимум, полезная площадь. Без кухни. Кухня же там не полезная, мы же здесь ходим. Все, спускаюсь я вниз.
Так, спустился я вниз. Лифт нормально, вместим 3-4 человека. Выходим на улицу. Вот так, пандус не нужен. Прямо заходите. Так, я думаю, что даже есть кладовки, потому что была лестница вниз. Вот это баскетбольная площадка. Большой бассейн. Теннисный корт и баскетбольная площадка, также там футбол где играет, футбол нету. Вот полностью заново установили бассейн. Зона барбекю тут. Там бильярдная зона. Тут ресторанчик как бы функционирует. Вот видите. Один из хороших комплексов территории. Квадратура нормальной квартиры. Покрашено здание. Вот еще, кажется, зона барбекю. Две зоны барбекю. И тут. Генератор есть, я увидел. Открыта парковка внутри комплекса. Вот. Рабочий теннисный стол, бильярд там играют, не будем мешать. Ладно. Библиотека. Все, что нужно, есть. Квартира, короче, цена 170 тысяч евро, айда 1250 лир. Вот открыта парковка, также можно в Филизе останавливать машину. Жду лайки, подписку, комментарий. И также можете позвонить, если вас интересует квартира под ВНЖ. А также бюджетные варианты есть. Есть несколько и других вариантов под ВНЖ. По бюджетным вариантам около речки Дим, также в Тосмаре. И в других районах Оба и центр города. Всем пока-пока.